Всем привет, вы смотрите канал Данила Кулеша, и сегодня мы с вами посмотрим на новую линейку Beats, Beats Solo HD by Dr. Dre Mate. Итак, поехали! Спасибо магазину iStudio за предоставленный аксессуар. Давайте откроем коробку и посмотрим, что есть внутри. Кстати, на самой коробке вы сможете найти надпись Made for iPod, iPhone и iPad, которая нам говорит о том, что данные наушники были сертифицированы компанией Apple. На самой коробке в красном исполнении вы сможете найти логотип Beats, и давайте ее откроем. И как ни странно, здесь у нас есть еще одна коробка в черном исполнении, опять же с логотипом Beats. В ней находится провод длиной 1,3 метра и совместим он с iPhone, BlackBerry, Android и Windows Phone. На нем имеется пультик для приема вызова и переключения музыки. Работать он будет опять же с iPhone, BlackBerry, Android и Windows Phone. Как и во всех коробках, вы сможете найти такую небольшую пачечку с макулатуркой, она же инструмент. И, собственно, в коробке с подбитцов вы также сможете ее найти. Ну и последнее, что есть в коробке, это приятный на ощупь чехольчик для ваших наушников. Лежат они там в сложенном виде, и место для 3,5-миллиметрового джека также найдется. Имеется механизм, с помощью которого вы сможете построить размер данных наушников под размер вашей головы. Наушники являются проводными, накладными, закрытыми, и частотный диапазон их от 20 до 20 тысяч герц. Наушники хорошо лежат на голове благодаря мягким амбушюрам, которые сделаны из качественного материала. Также имеется резиновая вставка, которая находится на ободке наушников. Ссылку на наушники вы найдете в описании под этим видео. А на этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Пока! Нет, это еще не все. Ставь лайк, если тебе понравилась данная заставка.